шамана 3 секунды не хилил никто. Нет, там не было хила, там типа тычка прилетела просто, да? И сразу эта хуйня прилетела, дебаф. Ну смотри, так когда ну, на тебя прилетела тычка и... Ну, я как-то вал хилку. У тебя 70% было, то есть хилли на фу. Ну, я смотри, я даже хилку не успел кастануть. Чек. Потеете хилы, чё? Стоя. Это плотно. Не знаю, когда говорят, что встают человека, сразу спамлю нормально все. Приготовились. Разошлись. Массакр. Синие лужи все, синие лужи отошли. Нормально, вернулись. Добрый хил. Ушли, Добав. Стойте, стойте, не бейте. Бейте. А, все, бейте, добивайте. Баф, агри. Иди. Так, все. Ну и кто это сагрил сейчас? Почему я падал, не могу забрать? Меня висело две доты на босс. Потому что кто-то затормозил насчет агро первого, я скинул баблом. Зачем да, ты сейчас? Да, мы еще даже не добили моба, ты уже там кричал. Нет, агро. Я при этом, как его... Зачем ты слушаешь Нира? Таун там, когда это озвучено, во-первых, для меня, во-вторых, еще моб живой, поэтому я не таунтил. Из-за тебя я не смог затаунтить, потому что там был диминишен на таунт. У меня иммунный просто был к таунту. Из-за твоего таунта. Зачем ты слушаешь кого-то, кроме того, кто знает, когда надо таунтить? Вопрос. Не надо вот это вот, типа, самодельничать и прочее. Но... Если надо, вас попросят за таунт. В каком смысле у тебя было 0% чего? Крепоста.
Смотри, не, еще раз объясняю. Он кидает не сразу же, так когда умирает моб, а через 3 секунды. Поэтому мне нельзя это делать. Если я затаунчу босса ровно в тот момент, когда мастер рун умрет, у меня слетит таунт, и босс вернется на тебя. Все нормально, вы, блядь, херню какую-то обсуждаете сейчас. Трезор затаунчит тогда, когда надо будет, блядь. Тебе надо просто проебать всё. Объясняю. Потом скажут, когда флай затаунтит, затаунтит он, все, ты обратно. У меня плюс 45, если чё, кому. Я в одежде, в смысле, в штанах и в спецовке. Все нормально, просто постарайтесь внимательно смотреть. Разошлись. Массакр же. Вернулись. Я вижу. Войд рис. Войд, да. И иннер мы сразу. Разошлись. Был просто баф. Кира, хуйня. Что за залупа? А чё? Хильте? Забирай. Хила не хватает. Геро. А, все. Триксида. Две секунды, одна. Я давай, таун. Даю гимн на хп. Давай. Угу. Чё, падаем? Слабый и немощный пройденный этап.
Припоты пиздец спулану. Зато спулил раньше. По слову, атака же танк пуляет. Да, да. То ли танк дрогнул, то ли кто-то раньше спулил. А сейчас 2 минуты поставлю. Сперекую. Так, давайте на АФК. Давайте еще трая 3 не убьем, тогда дальше пойдем.
я тут. Сейчас, Арастрос. Где Арастрос, блин? Минус свет написал в Диссион. Вообще не. Заебись. Ну что делать? Сейчас зайдем, попробуем замен найти. Тинкат никакого нету, блядь. Есть Хант Винг. Нужен? Бери, чё, а чё за, чё, чё за твин, чей твин? Этого перегара. Да хуй знает, давай это. Бабочки убьем, собрали, дальше пойдем. Мы куда? Не можем убить бабочки. Ну? Нам нужен этот ключ. У меня есть. В смысле, у меня есть квест, у меня есть ключ. Какой тебе ключ нужен? У тебя есть квест на ключ? Да. У меня есть подозрение, что если мы не осиливаем собрание по филу, то на Алгалоне нам вообще делать нечего. Тем более. Да по филу нормально, чтобы понимаешь, что сейчас по один лёг. Да, он огурцы. Ну, блядь, придет Пал и что делать с ним, блядь? Сейчас, блядь. Просто он, наверное, думал, что раз паладин баф на минуту получил, то джагу можно и не вешать. Наверное, второй вешать. Холи палом, джага. Нужна, чтобы получить баф. Джагу вешает протопал. Желтую. Всегда должен. Ему это плюс агро. Пиздец какой. Он ее и должен держать. Так они, наверное, на тех, которых пал не танчил, вешали. Он тем более в Наксио перегара, блядь, еще 212. Пал же большой. Сейчас еще. Пошли к это. Русского Лагарна убьем пока. Пошли, да. Чтоб не стоять на месте. Раз у нас ключ есть, то идем убьем других. Ключом убьем от них. Нету у меня ключа, я покупаю. В смысле? Ты же сказал только что у тебя есть ключ. Нету, нет. Ну, квест ключ. У тебя есть? Вот? А, ну, убьем Калагарна, блядь, может зайдет. 24 ну, тела мы не убьем и менять его, блядь. Не, вот 24 тела мы можем осилить. Но это надо 3 дебафа.
А это прохиливать надо 3 дебаф. По сути, он ДПС не так много давал, ну типа да, а это да. Это небольшая потеря, на самом деле. Мы в принципе. Давай жмем пока коллега. Ничего страшного. Сауе печати можно или нет? ПС. Нет. Погнали. Нет, сказали же, давай. Без ауе. Да, рандомчик первый. Рок, свичнулись все. Прыгают людей. Правая рука. Ну, выбить. Очень долго. Очень долго. Руку бейте и добейте. Руку добейте, правую. Носка. Выбейте, добейте. Веномчик грипнет дальнего. Да, 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 я знаю. Кому хэнта? Не надо, а чё у тебя там? Линкуйте свою шмотку, если вам надо. Кошка бить будем или скипы? Свечитесь во второго. Его убьем. Перчатки надо кому-то беспонтовые. Да не беспонтовые. Сам сказал.
поздно. А для свечники одновременно их убить надо, не забывайте. Правому больше урон. Погнали, да, уходи, большого моба убил. Я обратно потом сразу. Она сюда тут не дошла даже. Ладно, я рыбу ставлю, кто умирал. Да, дал и шпылха. Сейчас этот Шельдар через 6 минут зайдет. Ну как раз кошатницу. Ну, давайте эту кошатницу убьем, да. И потом вернемся. Все, сейчас вот в кружок встаем, метку поставил, абсолютно все. Сначала котов заливаем. О, кошатницу, а, блядь, шаманов надо. Нир, можешь понять? Нир, займёшься там. Протокол 1 танчит, пожалуйста, трэш. Виномчик, ты не РЛ. Скажи это РЛ, ладно? Пиши РЛ. РЛ. Объясните, пожалуйста, Ниру, что ПАЛ танчит трэш, а не ДК. Ниру, что? Не, не надо объяснять. Надо просто один раз сказать, что ты делаешь, и всё. А. Я знаю без тебя прекрасно, Виномчик, что тут делает кто. Ну так почему ты идешь танчить босса, если ты знаешь? Успокойтесь, хорошо. Потому что ты мне пишешь поем, ты не РЛ. Ой, блядь, ну... Ты тупой. Успокойтесь. Ну, шиши. Готов заливать. Сейчас бы его израидовали, если хочешь ждать, вышли оттуда все из черного лужи.
Кота. Подойдите в мили все, чтоб он, блядь, не прыгал. Вышли из черного все. Шел сюда, в другую сторону. Все эти палочки ты твои должны быть. Ты должен вводить с рейд, давать хочешь и его, чтобы заливали в рейд. Вне рейда. Он в хадже прыгает. Он хочет. В мили идите все, чтобы он, блядь, не рассекал. Вышли. Идем на собрание. Че, нужны перчатки кому? Понял, я тоже не брал. Вот говно. Угу. Зубило. Кристаллы все в ГБ. Я считаю, если... У нас типа пока перерыв, ждем там кого-то или нет? Да, идем. Да, ждем. Одна-две минуты. Ок. Типа курить там, поссать, сходить только. Не, конечно, не в другой слышь, город. Слышь, Кама, без воина это рофл. Просто посмотри на этот крип. Посмотри на крип Фрострайка. Ну, это рофл. Без 5%. Не, вообще, я, блядь, вообще внизу болтаюсь. Ну. Без руки бесит. Чё опять? Давай, заходи. Чё опять? Пати? Нам нужен. А, понял, всё. Отойди, отойди. Ты ещё недавно 2 минуты было, блядь, их не значит, не сходил. А, стой, ты ещё не на этом. Вот так же сделал. Смотрите. Ты хочешь это первый бал взять? Зачем? Ну, а я второй возьму, у нас африков нет. Ну, то есть, я беру первый просто, а ретрик второй у нас. Я могу взять первый. Ну, если хочешь, можешь. Я думаю, больше будет дэмэджа. Ну, если ты не потеряешь порчу, то да, в целом будет больше. Все меня захилит, когда я встану сразу? Ну, это уже вопрос. С этим проблема. В один. Я постараюсь. Хорошо. Кого? Только. Кто первый? Враг. Я враг. Хорошо. Нира, нажмешь бабу тогда, когда умрет. Ебать, бомжелок, блядь. Дайте фласку. Ой, блядь. Бабу сделать? Да, я буду трит набирать на большом. На СПД.
Да-да, с баблом не рез еще. Все, тебе не надо. Я сам возьму второй. Да, я уже понял. Дайте маговский баф. Сколько у нас магов? А можно мне там один аналан не надо? Фейс, где ты опять? Фейс опять срёт у соседей. Что он вообще сделает здесь? Инту, дай креветочку. Фейсу, если говоришь на одну минуту, то это он срать уйдет. Ну, мы соседи. Только его сейчас ждем. Не удивить. 24 человека ждут одного. Все, он тут. Поехали. Давай, подсчет. Расчистить бункер. На третьей фазе трексуйте волка овер. Как ты умер? Ну вот это чё, блядь, такое? Ну, сорвал, наверное, не? Ой, БР, ну он на пульсе, блядь, разбойник, нахуй. А ты, знаю, ну как он мог умереть, посмотрите потом. Он бил не того, просто из БР хуйзил. А, вот, скорее всего. Рибав, да, типа разбойник. Кресты тоже рибав. Большого. Крис, ты не того, походу, бьешь. Почему у тебя 150 тысяч трита на большом? Можно спросить? Потому что он обдотал и того, и того. Ну не 150 тысяч даже. На 150 тысяч трита на большом. Что хп восстановил? Хорош. Да? Хорош набирать агро на большом шипе. Алло, проснись. Разошлись. Ник. Массакр, давай нет. Погей, блядь, блинки на. Ебай, на 100 БР даже. Хиларис. Блэк Лоу, Рис. Лоу, Рис, Холидес. Вой, да, ему это. Приготовились, разошлись. Угу. Разбежи. Прохил, прохил. Нет, тут не прохил. Не прохиливают это. Ладно, давайте. Какой трает? 6 его. Блин, смотри, он меня поймал. А вот это. Топ-хил, Михель. А вот это когда сдох Хэпал и Рога, это что, они в зеленый сдохли? На них кинулся дебаф и кинулся зеленый. Рога, ты кошмак поражай, да. Спринты там и зеленый вылить. Спринты кош отдать, и все, и ты живой. Так зеленый она же тьмой бьет, по-моему, а дебаф. Ну, дебаф ты кошем снимается. А дебаф от природы увеличивает, если не ошибаюсь. Ты сейчас за такие слова нахуй с гильды у меня улетишь, понял, нет? Умник, блять, нахуй. Еще раз нахуй увижу такие сообщения, нахуй. Понял, нет? Умник, сука, блядь. Там же хп восстанавливается. Тебе со старта сказали, блядь, что я набираю агро на большом. У тебя 170% трита было на нем.
70к, блять, а у меня, блять, у меня 60. Я думал, откуда у него такой дамажка, он, кажется, всех бил. Тут не надо мультидотить всех вообще, блять. Только может локал мультидотить афлик, и все. Рыб поставил. Который упор чапается от мультидоты. А для чего? Зачем? Мы не бьем другие цели, пока мы бьем одну цель. Будем 6 хилов пробовать, или да? Пробуйте, надо пробовать 6. Ну, не прохиливай просто. Давай, кто там из простов писал? И таунты танками, блядь. Ладно, понял. Поле приз, давай. Так из хила. А такой вопрос, а чем прист? Какая дота у него может нанести 254 тысячи урона, когда у Африка 300 нанесло? Вот чисто ради интереса. Одна дота. Это какая? Ну какая? Рендрос. Все палец? 254 тысячи палец? Нормальная дотка. Ну там смотри. Да, с этим тут что тебе? Бабивару, да, СС полагаю. А Вендес, ты заходишь? Я не понял, по ДК дать? А мне по Овераге. По Овераге, а лук в твой тут. Ага, понял. Лок репафнуть? На рыбе стоит лок. Так, а кто мне дал? Чем? Ладно. Пускай будет, но я вряд ли вставать буду. Просто вопрос, Эрдру садится по маме. Из отшам. А, нет, все, ништяк у нас есть. Что у тебя? Че тебе там на Эрдру? Все нормально. Приготовились. Разошлись. Все с синей метки отошли от синей лужи. Вернулись. За большим. Прохил. В рендже стоит.
все хилы должны вычесть сейчас пока. И маги. Готовились. Разошлись. Добиваем. Все. Готовься, бабл нир. Давай. Бабл. Забирай. Трикси мне, дай. Трикси мне. Я выйду ко сторону входа, буду ходить. Тебя ангел спасет, если я дам? Нет, ничего не спасет мне. Рахел. Главное, меня, я когда встану, меня просто сразу дать какой-то сейф. Скажи, как встанешь. Стою. Добрал, найс. Губу по мне дайте. Сейвы танку давайте сейчас уже. Прохил рейда, прохил. Чё, блять? А чё мне ребафку делали? Давай скам, скам. Блять, я уже дал мне сегодня. Ниру зубы еще можно будет дать, когда будет сказ. Зубы, Ниру, дайте зубы. Зубы, Ниру. Убегай с дебафом. Давай, добиваем. Не умрите, только хильте. Просто не умрите. Маскак, блять. Приступа. Ну пиздец. Блять. Блять. Как может хилы еще сдохнуть, я не знаю. Вообще не понимаю, как еще можно сдохнуть. Вместо того, чтобы какие-то умники, хумники писать нахуй. Кнопки бы нажимал лучше, блять. Ну да, я увидел, как ты жмешь. Давайте, больше ДПС было бы, блядь, сейчас бы убили. Когда я встаю, вы должны дать мне сразу фулл ребаф. У меня ничего не было. Ни стамины, ни каски, ничего не было. Лапку дал. Остальное не могу. Какая разница, какой, блядь, первый, второй. Вам сказали 1000 раз посмотреть видосы, 1000 раз. Прийти сюда уже, чтобы все знали уже. Да, у нас он гимны на ману еще есть. В конце что, сокры ни у кого не было у паладинов? И не поверишь, что 3 в КД были. Я по танку давал краску. Так я про мас сокру. А, живой. Ну так. Пока никто не умер, пока у него один стак. Сейвы не нужны. Конечно. Отдавайте в конце только, когда 2 стака, когда по второй смерти. Когда овер агро умер, тогда надо начинать уже оценивать.